Останови возле бара. Да-да-да. Сальери, что ли? Да, тот самый. Это, ребят, у меня, короче, коричневые трусы. Там полоска такая. Не, это чё? Жди здесь. Зачем? Это запах, извините. Ты хочешь награду от Дона или нет? Такси Марселя, прям написано. Best Comfort. Именно для вас. Он притворяется, мне кажется. Переигрывает. Хромает, я таких видел уже не один раз. Переигрывает, переигрывает. Я бы уже в тапок в пол, я бы уже поехал, отвечаю. Только запах бы, ну, шлейф запаха остался. Ну вот, смотри. Какая, ну, где у меня пушка? Пушку, да, он за пушкой полез, он полез по пушку. Ой-ой-ой-ой-ой, ну зря я остался. Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Вот это уровень, я понимаю. Теперь вот это уважение. Да, Даниэль Григорьевичу. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится... Естественно. Деньги в долг. Хорошая работа. Брат за брата. Попроси. А если ствол... Дон друзей не забывай. Педалька в пол. И уехал. Спасибо.